В составе делегации представители дипмиссии Грузии, Армении, Молдовы, Таджикистана, Турции, Кубы, Лаоса, Венесуэлы, Вьетнама, Доминиканской Республики, КНДР, Нигерии. Это торговые советники, которые отвечают за расширение и развитие экономических отношений между странами. Многие из гостей в Бресте впервые, поэтому лейтмотивом встречи с председателем Брестского облсполкома Юрием Шулейко стало знакомство с регионом и его экономическим потенциалом. Этот регион действительно чем-то обладает таким, я говорю, мощным таким, так сказать, параметрами. Первое – это история, это наша крепость, город-герой Брест. Конечно, это легкие Европы, это Беловежская пуща. Ну и третье, я всегда ставлю, это люди, которые здесь сегодня живут. Это в большинстве полешуки, это очень работоспособный, очень ответственный народ, который сегодня участвует практически во всем промышленном, социальном комплексе развития и работы нашей Брестской области. Чем богаты, тем рады. Это богатство на взаимовыгодных условиях регион готов предложить и партнерам дружественных стран. Подробности встречи смотрите в программе «Главное за неделю».